Здравствуйте. Американские сенаторы и республиканцы грозят заблокировать ратификацию нового СНВ, если в нем будет указан принцип взаимоувязки наступательных вооружений с оборонительными. Это условие фактически ставит крест на любом новом договоре, утверждает в редакционной статье британская «Гардиан», которая отмечает, что договориться с Россией удалось лишь путем признания этой взаимосвязи. В свою очередь, американская Christian Science Monitor пишет о российских противниках нового соглашения по СНВ. Самое важное – это отношение Путина, который публично подверг критике США из-за непримиримости в вопросе ПРО. Некоторые люди в Москве встревожены, полагая, что Медведев дал Вашингтону слишком много свободы действий для разработки систем противоракетной обороны, поясняет газета. Россия опасается возможного технического прорыва США в области ПРО, поскольку это может свести на нет ее стареющие силы ядерного сдерживания. Резюмирует издание. Договор о контроле вооружений – шаг вперед для старых недругов, продолжает тему лондонская Independent, отмечая при этом, что новый СНВ подразумевает лишь незначительное сокращение ядерных вооружений. В военном плане соглашение важнее для Москвы, поскольку хранение и поддержание в боеспособном состоянии ядерных вооружений обходится слишком дорого. Для Обамы же договор – это в первую очередь внешнеполитический успех. Идеальная увертюра к апрельскому саммиту по ядерной безопасности, полагает газета. Новой стратегии Грузии в отношении Сухуми и Цхинвали посвящает материал немецкая Тагесшпигель, которая побеседовала с министром реинтеграции Грузии Тимуром Якубашвили. Новая стратегия, говорится в статье, не затрагивает таких щекотливых вопросов, как безопасность и будущий статус, а концентрируется на практическом сотрудничестве. Планируется обеспечить доступ гражданам обоих регионов к системе здравоохранения и образования Грузии, восстановить разрушенные дороги и автобусные сообщения. Вместе с этим Грузия заявляет о своем отказе от военного решения проблемы, подчеркивает издание. Россия приобретет «Мистраль» только системами управления и навигации и вооружением, передает заявление начальника российского генштаба Николая Макарова «Радио Франс Интернациональ». По его словам, Россия покупает корабли в полной комплектации, за исключением французских вертолетов, вместо которых будут использоваться российские. Но французское оборонное ведомство, в свою очередь, утверждает, что вертолетоносцы будут проданы России без вооружений. Главным образом это касается передовых систем связи, уточняет Международное радио Франции. Настоящее испытание для российско-украинских отношений только начинается, утверждает украинское издание «Главред». С уходом Ющенко России уже не на кого списывать возможные проблемы. В Кремле делают вид, что для дружественной политики главным фактором является лояльность украинского президента Москве. Но Кремль не может сформулировать четкий список своих ожиданий от Киева. Да и путь развития самой России пока не ясен, рассуждает газета. Украине же нужна Россия, которая будет просто другой страной. Пусть крупной и сильной, но ни начальником, ни старшим братом и, главное, не вечным фактором украинской внутренней политики, резюмирует издание. С самого начала экономического кризиса связанные с оппозицией политологи предсказывали, что обнищавший народ свергнет режим Путина. Судя по событиям прошлой субботы, ждать придется им еще долго, пишет американское онлайн-издание Faster Times. В день гнева на российские улицы вышли 20 тысяч человек на всю страну со 140-миллионным населением. Впрочем, уровень общественного недовольства в России преуменьшать не стоит, но революции точно не будет, утверждает издание. Дорогостоящими ошибками Путина называет немецкая «Handelsblatt» продление жизни заведомо обреченным фабриками и заводом. Газета поясняет, что в России на сегодня работает около 500 градообразующих предприятий, которые давно должны были пойти под снос. Во избежание безработицы на их спасение тратятся бюджетные миллиарды, несмотря на то, что это не имеет смысла ни в экономическом, ни в экологическом плане. Путин искусственно поддерживает жизнь обреченных предприятий для того, чтобы продлить свое политическое будущее и обеспечить себе возможность стать президентом еще раз, констатирует издание. Российский миллиардер Александр Лебедев заключил давно ожидаемую сделку о приобретении газеты Independent. Это произошло спустя немногим более года после того, как он купил другую уважаемую британскую газету, лондонскую Evening Standard, информирует New York Times. Прошлое Лебедева как шпиона, работавшего в свое время в Лондоне как агент КГБ, вызвало определенные вопросы, но не помешало сделке, так как Independent годами приносила крупные убытки бывшим владельцам, поясняет газета. Былая мощь российской науки уходит в прошлое, как и спортивное мастерство советской эпохи, пишет Christian Science Monitor. Государственное финансирование науки в России составляет около 2% от той суммы, что тратит на те же цели правительство США. Но дело не только в деньгах. Социальное признание тоже очень важный фактор, а профессия ученого больше не является престижной в России, заключает издание.
Мексиканские картели консолидируют контроль над рынком сбыта наркотиков в США, сообщает BBC. В докладе Министерства юстиции США говорится, что мексиканские наркобароны осуществляют свои операции во всех регионах страны. Наркоторговцы также преуспели в изыскании способов переправлять полученные в США доходы обратно в Мексику. Каждый год они переводят около 40 миллиардов долларов наличными, информирует BBC. На этом я с вами прощаюсь до понедельника. Смотрите Пресс Дайджест и держитесь мейнстрима мировых СМИ. До встречи и добрых вам выходных!